Слет геральдистов проходит ежегодно в одном из городов стран СНГ. В Брянск приехали делегации из 40 регионов России, Украины, Белоруссии и Молдовы. У вас, вот мне нравится, сейчас как раз будет обсуждаться современные гербы, которые уже утвердились, а каждый год утверждается по 200, по 300 гербов. То есть это очень... То есть получается, что скоро в России не будет ни одного населенного пункта, в котором нет герба. Я думаю, это очень правильно. За 30 лет при содействии Союза геральдистов разработаны и прошли регистрацию тысячи гербов и флагов муниципальных образований в десятках регионов России. У каждого района Брянской области есть свой символ. Отличительные эмблемы сегодня стремятся получить даже небольшие населенные пункты. В торжественной обстановке официальную символику вручили Литишскому сельскому поселению Комаричского района. Исполнительный директор правления Союза геральдистов России Константин Мочонов поблагодарил губернатора Александра Богомаза и правительство Брянской области за помощь в организации этого мероприятия. От имени главы региона гостей приветствовал замгубернатора Александр Коробко. Брянщина – это место, где объединяются три братских государства – Украина, Россия и Белоруссия. На гербе Брянской области это все отчетливо показано, и мы уверены в том, что дружба славянских государств, дружба славянских народов была, есть и будет основой для будущего. Слет проходил накануне Дня города Брянска. Его участники передали свои пожелания в адрес жителей нашего города. Я приехал с города Миргорода Полтавской области. У нас 18 сентября тоже проходит День города, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому у нас на Украине это тоже приветствуется и все это отмечается. Никто ничего нам не отменял. Все как было, так и есть. Дружба народов наших славянских, украинцев, белорусов и россиян – это тесная наша дружба. Северодвинск и Брянск являются побратимами с 2003 года. И хотелось бы пожелать в маленький юбилей жителям города Брянска хорошей жизни, счастливой, чтобы была работа, чтобы был достаток в семье. Счастья, ну и всего самого наилучшего. Мне кажется, что Брянск, учитывая историю вашего города, учитывая то, что он был таким форпостом всех, кто шел к нам на завоевание, мне кажется, мы очень здесь должны понимать друг друга и осознавать, особенно в нынешнее сложное время, как важно быть патриотом своей страны. Поздравляю вас с Днем города Брянска. Желаю от лица участников 31-го международного слета геральдистов крепкого здоровья, радости, благополучия и всех самых добрых свершений в вашей жизни. Чтобы ваш герб, имеющий древнюю старинную историю с петровских времен, чтобы он вас всегда охранял, ваш покой.